кормушка пустая. Идиот. Идиот. Килушка. Рыбка. Так, народ, у нас рыбёха. Боже, гляди, какой красавец. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Fish on? Плечонка на нам до вот было. Че там текиля барбала? Ой, да. Короче, потай бы той да. Вам там ну вот тара. Ата. Там коровы в играх бетра это там дратит там. Из километра дратит там. Ты с ним это да. Туган! Туган! Вот. Где-то... Где-то антиклява. Ага. Эмия. Ува... Ува эмия. Ага. Опа! Слушай, ништяк вообще! Поплыли, Олеся. Да, блядь, только течение сильнее. Они, если течения нету, они вообще могут прямо тоже могут прилететь. Сейчас течение... Свои собаки, иди собаки. Собаки вообще тоже, ну. Поплыли. Воровка. Каким бы сетку поднял бы тогда? Да что же, это походу гадюка. Бля, какая расцветка. Что, не рыбу едят? Потому что она ядовитая. Видишь, рыба сдохла. Она задушила ее, конечно. Thank you.
Вот где браконьер, господи, а! Я тебя сейчас охране прямо сдам. А если они придут? Как ты будешь лапами-то писать своими? А? Объяснительную. Скажешь, товарищ Макаров, я такой-то, такой-то, Мася, преступник, грабитель, расхититель народного достояния. Вот гадюка, а. Ох, какая ты гадюка. Ой. Что, счастливый? Ой, на котлеты себе поймал. Вот где рыбак, а. Что, не дается? Ай-яй-яй-яй-яй. О, ну это уже статья. Мася. Ты... Гадюка. Рыбалка идет полным ходом. О, у нас даже собаки-браконьеры, не то что люди. Ну давай, давай, уже вытаскивай. Вот свинырло. Клев есть, рыба клюет. Бывает и маленькая попадается, которую мы отпускаем. А бывает попадаются неплохие экземплярчики. Вот одну вытащил, опять закинул. Пару раз дернул. И опять клюет. Вот уже получше. Вот так вот. Вот такой вот клев. Хорошие акушарики. Теперь еще раз засекаем. Оп. Поклевочки есть. Оп. И еще один. Во. Иди домой. Ты мой, сука. Ты мой. Пиздец, короче. Короче, вы это сами видели, все задумывается.